Все мы любим вкусно поесть. И очень часто это делаем прямо за рулем автомобиля. Конечно, это не запрещено, но, на мой взгляд, это небезопасно. Сегодня я проведу маленький эксперимент и покажу, какие продукты можно употреблять за рулем, а какие нет. А поможет мне в этом любительница вкусно поесть за рулем Кристина. Дядя Маша.